Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Sunken Land. Так, вот там дырка, это мне все покоя не дает. Давайте попробуем ее все-таки залатать. Эту гребаную дырку. Ура! У нас это получилось. Не знаю, после какой перезагрузки, также я бочки поставил здесь, чтобы у нас больше ходило всего, правильно? Правильно. Так, погнали. Вот это нам не надо. Вот это нам не надо. Вот это нам тоже не надо. Тут все хорошо, почти, да? Кто-то уже помял маленько. Ну да ладно. Так, чем мы с вами займемся сегодня? Я думаю, пришло время сделать нам гидроцикл. Наконец-то. Посмотреть, что это такое. Мы его нашли с вами в серии 2-3 назад. На него надо 35 металла, 15 компонентов, 10 слитков. 15 компонентов есть, металл, я думаю, у нас вообще без проблем. Еще надо чуть-чуть металла. И 10 слитков. Традиции ставим его где-нибудь здесь. Лодка наша там. Даже вот сюда поставим. Блин, нет, хотя эти пойдут, могут раздолбать, да, его? Так, ставим здесь. Водить. Ну, топлива нет, да, собственно говоря. У него нет багажника, насколько я понимаю. Ну да ладно, пригодится. Так, поехали дальше. По исследованиям. По исследованиям, что нам надо? Пистолет 50, самодельный. Патроны на черном порошке. А, так, патроны на черном порошке. Хорошо. Патроны на черном порошке. Черный порошок. Из чего у нас делается черный порошок, например? Это интересно. Черный порошок. Как его сделать? А, вот, серо. Ну да, давайте сделаем. Самодельный пистолет 821. И что у нас остается? Две запчастюлины для пистолета, собственно говоря, да? Отлично, пистолет у нас готов. Он, наверное, в оружии, да? Да. 10 металлолома. Не думаю, что это прям лучшее оружие, которое мы могли с вами сделать. Так, по поводу оружейного верстака. 40, 60 патроны для пистолета ему нужны. Старая винтовка. У нас уже есть одна такая. Ага.
Ну, в принципе, пистолет тогда делаем. И винтовку у нас есть. Винтовку я не помню, куда я ложил, если честно, конечно. Вот у нас винтовка, старая винтовка. Старая винтовка у нас идет за место сюда, наверное, пока что. Так, на нее нужны патроны какие? Патроны для винтовки, логично? Нет. Патроны для винтовки, патроны для винтовки. Ну вот, все отлично. Винтовка у нас работает. А как нацепить на нее теперь прицел, например? Вопрос. Не понял. Ага, вот она появилась у нас, да? Хорошо, это сделали. Давайте дальше смотреть, что нам надо. 28, 32, 70. Патроны для винтовки. Охотничья винтовка. Пистолет, блин, ну не знаю. Сломанный ДЭК-45, по-моему, у нас его нет. Сломанный GP-20, ДЭК-45 есть. Что нам надо? 6 резин, 1 слиток. Создать. Отлично, пистолет тоже есть. Давайте вот так вот пока что сделаем. Так, это нам больше не надо. Вроде бы. Здесь нам надо патроны для пистолета, соответственно, да? Патроны на черном порошке. Но такого у нас нет. Так, 8-16. Отлично. Нам еще эти надо расстрелять. Тут 8 зарядов сразу. Тут по 5. Ну, в принципе, мы с вами... Я могу сказать, что мы готовы. Для более масштабных, так скажем, да? Откуда я резину брал? Отсюда. Так, патроны обычные, чтобы нам сделать для пистолета. Бездымный порошок. Химическое вещество, ткань. Так, и для винтовки сразу глянуть, да? Бездымный порошок тоже. Ну, в принципе, все логично. Вот так. Ткань нам надо дофига, получается, да? Урон 32. Вот, блин, вот его можно разобрать, я думаю. Так, медные слитки нужны. Хорошо, когда все в запасе есть.
Отлично, патронов теперь у нас достаточно. Так, вот так. Так. Это сюда тогда убираем. Вот так. 24 пусть будет. Так, тряпка. Забирай. Забирай. Сюда. Вот так. Включаем. Мысли установить провод. Все заработало. Части железный слиток. И что-то еще получили, тоже неплохо. Теперь нам надо заняться нам надо броней. Вот этой, сломанная броня спецназа. Что нам для этого надо? Стальной слиток, 4 штуки. Нам нужна, соответственно, печь, да, новая. Печь. Наковальня, не то. А я ее еще не открыл, что ли? Или как это понимать? А вот, да, стальная печь. 5 электронных, 5 слитков. 5 электронных, 2 шестеренки. Где они у нас были, шестеренки? Кстати, вот это отсюда убрать. Вот сюда патроны у нас. Шестеренки. Были же ведь. Я помню, что были. А вот куда я их дел? Так, тряпки отсюда уберем. Да. Сюда. Дерево просто где-нибудь кинем. Теренки, я что, и все израсходовал? Да не может такого быть. А может быть и может, да? Так, 3 вот этих пожарить. А шестеренок у нас реально нет. Либо мне не по шарам. Да, шестеренками проблема. Ладно. Шестеренки надо где-то надыбать срочно. Сейчас рыбка пожарится тогда и погоним за шестеренками. Будет обидно, если вот сейчас умирать. Так, уголь у нас там забитый весь. Уголь я вот сюда теперь складываю.
Блин, ну реально, столько шестеренок было. Ни одной больше нет, да? Да. Боль, печаль. Так. А по поводу брони, сколько у нас броня? 25. 30 тактические. Броня 25. 35 броню-то мы можем сделать, получается, да? Тактический, а этот лесной. Ну-ка, тактический, если мы замутим. Поврежденный тактический, ну а почему нет-то, если да? Ну да, не то пальто. Ладно, погнали. Искать шестеренки, значит, нам надо. Шестеренки. Где их искать, пока что непонятно. Так, не погнали, воды нет. Сразу вот так. Вот так. А вот теперь погнали. Ну, Сим-Сим, закройся. Все пусто. Бенц есть. Давайте по карте, где мы не были. Район 43. Это нам назад. Посмотрим, что там. А, ну вот это, наверное, вот этот район. Или нет? Да нет. Вот, район 43, мы над ним. Баллоны взял, баллоны взял. Так, берем вот это дело и погнали. Нас интересует, конечно же, все, но больше всего нас интересуют шестеренки именно. Юбка, какая-то фигня. Ненужная и неизвестная, доселе нам. Это нам не надо. Металлолом может пригодиться. Так, вот здесь что у нас? Комод. Часы. Выйди отсюда. Так. Металлолом. Погнали дальше. Аптечка. Спасибо. Не надо. Но это я, наверное, продам, да, я понимаю, так. Так, смотрим дальше.
то, что хотелось бы. Это не разбирается, да? Так, тут мы были. Или нет? Но, в принципе, не важно. Да, блин. Так, это все сюда. Шкафу тоже из чего выпьем. Чертеж продать можно, наверное. Уголь я выкину, семена пусть будут, металл мы еще наберем. Так, смотрим дальше. Этот дом вроде бы облутали, да? Этот тоже. Акул нету, но вечереет. Это плохо. Давайте так, что можем, заберем, пока не стало холодно. Вот это неудобно. То, что когда ныряешь, кирку убрал из быстрого слота, переставлять ее будет очень неудобно. Шкаф. Это забираем. Синий трактор. Так, тут ни черта нет, и мы начинаем очень сильно замерзать. Сейчас последний заплыв. Вот сюда, к контейнеру. И все, и где наша лодка? До дома, до хаты. Давайте вот сюда причалим сейчас. Отогреемся. Скинем, что не надо. И попрем, продадим. Так, это я сейчас занесу домой. Металлолом. Еще есть куда добавить, да? Резину, эту всю фигню мы скинем. Стекло. Стекло, тряпки, сера. Так, вот это возьмем с собой. Плюшевый мишка нам не нужен. Чайка тоже не нужна.
Так, семена. Так вот. Поплыли торганем. Вот это. Ну хотя часы пригодятся, вот это нам можно продать. Сомневаюсь, что там будут шестеренки у них. В сегодняшней серии нам надо будет еще на какой-то остров вылазку сделать, постараться все-таки надыбать где-нибудь шестеренки. И товарищи разработчики, если кто-то смотрит, сделайте хотя бы вот здесь, где торговать, чтобы был костер, чтобы можно было отогреваться. Ну, шестеренок у тебя нет, да? Смотри, я тебе даю вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это. Ты мне даешь все вот это? Не даешь, да? Ага. Так. Не даешь. Ладно, вот так. И вот так хотя бы. Чё, для тебя стрелы ничего не значит? Ты серьезно? Блин, ну ты жадюга, конечно. Ладно, давай так. Хотя бы. Сейчас скидываемся, как раз поспим, чтобы у нас стамина восстановилась, и поплывем, повоюем. У нас в коем-то веке, кстати, хватает металла, чтобы можно было улучшить нашу базу. Но как это сделать, я пока не подумал. Возможно, попозже что-нибудь в голову придет. Так, да, и металлолом у нас больше нет, отлично. Часы сюда. Таблетки у нас здесь. Скотч, резина. И стекло. Так, это тоже сюда. И это сюда. Еда осталась только, да? Это придется выпить. Банку одну, ладно, чё уж. Так, вода.
лет. Еда есть. Отлично, поспали. Поели. Что у нас можно взять? Моментальная лапша. 4 штуки. Хотя у нас есть 3 рыбы. Не знаю, еда нафиг не нужна тогда нам. Так, ну погнали. Надеюсь, на нас не нападут. Деревня, так, руины. Нептун. Погнали куда-нибудь сюда, не знаю. Там они стрелялись, да, я помню. Патронов у нас достаточно. Прицел есть. Сейчас вот здесь глянем, что на барже на этой. Есть кто, нет? Видимо, нет. Мы уже были здесь, да? Хотя металлолом есть. И сундуки есть. Либо они появились, да? Потому что здесь не должно было быть ничего. Да, пусто вроде бы. Печка такое себе. Так, вот здесь нам больно-больно стреляли по жопке, это я помню. Сейчас попробуем с ними поговорить. И будем надеяться, что там есть шестеренки вот эти, которые нам важны. И откуда здесь лучше зайти, непонятно. План спасения. Давайте, спасайте. Радиация. А как нам туда попасть? Допустим. Да ладно. Можно было так. И, кстати, странно, как-то тихо вам не кажется? Очень здесь. Шма на нем здесь еще маленько. Так, закрыто. Вот она и музыка. А где кто? Я никого не вижу. Сейф. Сигара. Перчатки. Фига они нам.
О, дартс. Дартс пойдет. А здесь есть что-нибудь? Вроде нет. Так, можно маленько скинуть. До нашего наступления. И вечер, да, как всегда, вот. Люблю я по ночам, блин, ходить на рейды. Чё ты? Так. Так. Это оставим. Юбку выкинем. Химикаты. Где я юбку хватанул? Вот это вопрос. Так, ну пойдем. Потихоньку осматриваться. Вот это хорошо. Еда пока пригодится. Неизвестно, насколько мы здесь можем с вами задержаться. Откуда этот звук? Пока что никого. И чё ты? В смысле ты не можешь зайти? А как мне туда подниматься? О, привет. Да ладно. А вон еще один. Этот готов? Нет. Хедшот. Да, этот прилег. Прилег. А мне начинает нравиться винтовка. Можно сказать, что в данный момент это мое любимое оружие. Что у нас здесь? Ладно, берем все, кроме металла. Здесь где-то челик стоял, вот он, да? Бинты. Тряпки у нас есть, бери. Вот электрокомпонентов мы набрали очень много. Есть кто? Телевизор. Будет что на досуге посмотреть. Ага. Да ладно.
Тупой. Стоит, ни хрена не делает. О, мобильничек. Где-то еще трупик. О, патроны. О, шлем. Да. Да ладно. Ты единственный захотел со мной повоевать? Самый бомж был из всех, да? Это скинем. Патроны уже не стакаются, что ли? Так, что нам еще, по идее, не надо? По идее, все остальное надо, да? Два патрона я выстрелю рано или поздно. Фигня. Лолом. О, отлично, шестеренки, то, что я искал. Так, резина есть, бери. А, не лезет, да? Не лезет. Бинты давай выкинем. Стекло нам нафиг не надо. Тряпку последнюю заберем. Тут еще у нас такой вот интересный чемодан. Ну вот так. Винтовка вообще must have, могу вам сказать. Вот эту электробудку можно попробовать разобрать еще. Металл пусть мимо идет. А вот электронные компоненты нам пригодятся. И где тут кто, непонятно. Ладно. Давайте запомним, что сюда нам надо вернуться. Привет. Что-то ты долго вкуривал. Ну, вроде путь открыт. Шестеренок, мы сколько с вами надыбали? Три. Нам, по-моему, три и надо было, да? Но это не точно. Это убираем. Так, сюда что мы еще ложим? Бензин сейчас зальем, положим. А. Как-то так, да? Еще одно место осталось. Ты чё, кто, чё делает, не понял. Чё случилось? Не надо так шутить.
сюда. Ну, нет, вот так. Забито, да, забито. И у нас остается место, чтобы мы еще с вами залутались, так как у нас день наступает. Так, попить, поесть у нас есть. Пойдемте еще посмотрим, может, что-нибудь еще соберем отсюда. Пойдем уже вот с этой стороны. Да, вот где угроза, откуда исходит? Покажите мне, пожалуйста. Ага. Воу. Ни хрена ты шустрый, малый. И я в него не попадаю, самое интересное. Где ты? Как так-то? Это был последний? Нет, это был не последний. Так, смотрим. Ага. Вот это, скорее всего, был последний. Пустой. Пустой. Отлично, тактический. Ну, берем пока что все, да? Так, ночью, где мы не были? Еще где-то кто-то есть. Здесь мы как раз были, да, с вами, да? Мы вот в этот не заходили. Тут стоял челик, мы его сняли. Понял, услышал. Да, ни хрена себе ты шмаляешь, чувак. Побежали отсюда нахрен, пока живы. Так, у нас что, у нас... Ну, у нас ни хрена нет. А, точно, у нас же есть лечилка. Вот такая вот. Фух. Давай лечись. Давай вот так, чтобы еще побыстрее. Давай, восстанавливайся. Ни хрена себе он по нам дал. И заныкался, да? Вот
крыс, аля. Вау, падла. Кровотечение, блин. Ладно, слава богу, бинт есть. Все, валим отсюда и ждем. Просто подождем. Больше лечиться нам нечем. Хотя еще есть чем. Крысеныш мелкий. Да где он там шкерится? А если с этой стороны? Он же услышит, да, нас по-любому. А, не услышал. Он с дробовиком был, оказывается. Картина. Картины я люблю. Ладно, забираем все. Что это такое? Просто груда металлолома. Ну давайте, коль мы собираем все, пока есть место, да, забьем до конца. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас с вами получилась. Зачистили мы вот такой вот остров. Я считаю, что довольно-таки неплохо мы с вами наварились. Я еще похожу, посмотрю здесь чуть-чуть. И отправлюсь уже на базу сортировать предметы. И в следующей серии мы с вами построим уже стальную печь. И будет нам счастье. Будет новая броня. Будет уже попроще. Ну и соответственно, как бы продолжим дальнейшее выживание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить свой большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Также пишите ваши комментарии под этим видео. Давайте ваши советы, если вы наиграли больше и знаете больше, чем я. Я вам буду очень благодарен. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!